Сьогодні закінчився туристичний сезон. В принципі, ну як такий туристичний сезон закінчився, і особливо туристичний сезон людей, які приїжджали до нас з арабських країн. Я вам скажу за своїм досвідом, вони були в захваті. Вони були в захваті від українських Карпат, вони були в захваті від українських міст. Їм дуже сподобалися екскурсії в Чорнобиль. От від першої секунди до останньої вони насолоджувалися нашою країною. Що означає від першої секунди? Так, вони прилітали, більше з них, в аеропорт Бориспіль, який, виявляється, потрапив у рейтинг найкращих аеропортів Європи з пасажиропотоком від 10 до 20 мільйонів людей на рік. І наша аеропорт зайняв четверту сходинку в рейтингу. Це неймовірно круто. Нас обігнав тільки Санкт-Петербурзький аеропорт Пулково і ще турецькі аеропорти Есмір і Есенбог. Тому шикарний у нас аеропорт Бориспіль. Можемо тільки тішитися дані інформації. Не знаю навіть, як це можна прокоментувати. Ну так, дійсно, про це поговоримо ми з Денисом Антонюком, екс-головою Державіаслужби і авіаційним експертом. Якраз таки запитаємо, чому ж за рахунок яких якостей Бориспіль здобув цю відзнаку? Пане Денисе, вітаємо вас, добрий день. То отже, на четвертому місці опинився аеропорт Бориспіль між різними серед інших. І от там цікава такий момент: від 10 до 25 мільйонів пасажиропотоку. Скільки в Борисполі наразі? Нету еще окончательной информации, не озвучил Борисполь, сколько у них есть по состоянию на вересень месяц. Но я бы сказал, что лето было очень успешным, в первую очередь, потому что Украина повела себя очень мудро. Мы оказались самыми гибкими, самыми хорошо организованными не просто в Европе, но во всем нашем регионе. И в Европе, и на Ближнем Востоке, и во всех окрестных странах. У нас была наиболее лояльная политика ковидная, была, в общем-то, разумная политика и по въезду, и по выезду, и это как раз дало возможность драйверам роста, а это в первую очередь был выезд, на самом деле самым большим драйвером были Турция с Египтом, выезд наших граждан на отдых, и поэтому мы заняли очень хорошее место, это с одной стороны. А с другой стороны, вот то, про что мы закончили в предыдущем репортаже, это про въездной туризм. Ну, мы работаем очень много, моя компания в частности, работает с въездным туризмом арабским, индийским и любым восточным. И вот уже сейчас видно очень такая хорошая индикация по следующему году о том, что для иностранных туристов с Востока, в первую очередь это, конечно, Саудовская Аравия, Эмираты, Кувейт, следующий год будет как минимум не хуже, а возможно будет даже прилично лучше. И от этого выигрывают и туристические все субъекты, туроператоры, гостиницы, трансферы, гиды, но и авиакомпании. И очень надеемся, что, ну, выглядит все, не просто надеемся, а все выглядит, что во всех частях, и в аэропортовой, и в туристической, показатели в следующем летом будут гораздо выше, чем даже этим летом. При том, что на фоне всех остальных наших соседей, от, наверное, Лондона и до, наверное, даже Персидского залива, мы показываем очень такие серьезные проценты роста, вернее, точнее, восстановления, а не роста. Ага, ну, тобто це все в контексті ковідних якихось обмежень, ковідного пасажиропотоку. Добре, якщо говорити про якісь інновації, є в Борисполі те, чого немає в якихось інших найближчих аеропортах? Я бы сказал, что Борисполь и Львов, потому что на самом деле в этом контексте нельзя говорить о том, что это только Борисполь. Нет, это и Борисполь, и Львов работают ровно так, как должен работать нормальный, хороший европейский аэропорт. Не срывая каких-то звезд, как аэропорт Чанги или аэропорт Сеул, но в то же время предоставляя вполне адекватный, хороший сервис с понятными ценами. Ну, то есть мы понимаем, что цены в аэропорту нигде не будут такими же самыми, как в городе, они будут слегка дороже. В то же время цены вполне адекватные сервису, и при этом все соблюдены нормы и меры безопасности. Ну, соответственно, как отражение этого, результаты всех-всех аудитов, статистические показывают о том, что Борисполь показывает замечательный результат. Окей, оця міжнародна відзнака, яку ми отримали, вона нам що дає? Ну, які перспективи? Можливо, залучення нових авіаперевізників, можливо, якісь від держави цікаві дотації на розбудову, на ще щось? Я бы сказал, это скорее информационная поддержка того, что Украина и Киев, ну и аэропорт Борисполь в частности, занимает
хорошую нишу, ведет правильную политику и, ну, соответственно, замечательная индикация для того, чтобы другие на нас обращали внимание. Для того, чтобы приходили новые авиакомпании, в первую очередь, это должен быть индикаторы роста рынка. Они есть, значит, авиакомпании придут, ну или даже для нашего времени сейчас они не придут, они вернутся. То есть мы сначала сейчас говорим про то, что ближайший год или два это будет скорее восстановительный рост, чем рост того, ну, относительно того, что было в 2019 году. Хотя, к счастью, 2021 год показал большой достаточно рост на тех рынках, на которых Украина, в принципе, раньше не присутствовала. Например, два ежедневных рейса на Саудовскую Аравию еще в 2019 году мы даже близко представить себе не могли. Сейчас это не просто реальность, а это на самом деле в ближайшем будущем станет, наверное, даже не двумя, а, скорее всего, тремя-четырьмя рейсами в день. Общеизвестно, что саудовские, кувейтские, вообще, в принципе, из богатых арабских стран, туристы одни из самых лучших плательщиков за туристический сервис, за авиационный сервис. То есть это очень хорошая перспектива, очень хорошее будущее как для туризма, так и для авиации киевской, но и украинской тоже. Пане Денис, дивіться, нас Бориспіль, я маю на увазі, випередили там три аеропорти. Це Санкт-Петербурзький, Пулковий, два турецьких. Нам, щоб в цьому рейтингу зайняти перше місце, що треба зробити Борисполю? Куди далі розвиватися, яка перспектива? Это тот случай, когда, как у Льюиса Кэрролла, про то, что чтобы ты остался на том же самом месте, ты должен не просто стоять на месте, а очень быстро бежать вперед. Борисполь делает достаточно много, и я не верю, что мы сможем в ближайшее время превзойти тот же Пулково или те же турецкие пункты, просто потому что у них огромный въездной туризм, тот, которого у нас еще нет, который у нас сейчас только развивается. Ну, я бы сказал, что вот это четвертое место в рейтинге, это ж надо понимать, что это четвертое место в нашей категории, в нашего размера наших аэропортов. То есть мы не достигнем Лондона, но вот в нашей категории мы уже на том месте, которое, ну, вот, я бы сказал, идеальное для нас. Вряд ли мы будем больше, чем Анталия, но если бы нам у нас получилось бы удержать вот это четвертое, я бы сказал, что это огромное достижение. Ну, чому би і ні, можна рухатись і на третій, і на друге, ну, зрештою, і на перше. Я, принаймні, в цьому сподіваюся. Дякую вам за розмову. Денис Антонюк, екс-голова Державіаслужби, авіаційний експерт, говорили з ним про аеропорт Бориспіль. І, напевно, тому, через те, що він зайняв таке четверте місце в цьому рейтингу, в Борисполі тепер будуть базуватися 20 літаків від компанії Ryanair. І, ймовірно, оператором бази лоукостера стане флот «Баз». Ірландська компанія хоче сприяти розвитку українського авіаринку. І до того ж це дозволить оптимізувати розклад авіаперевезень і внутрішніх так само. І зараз Ryanair функціонує у 5 українських аеропортах. В столичному Борисполі, про який ми тільки наговорили, у Львові, в Одесі, Херсоні і в Харкові. А за умови угоди «Відкрите небо», якщо вона буде підписана з Україною, то головний виконавчий директор компанії Ryanair Майкл О'Лірі анонсував співпрацю ще з 12 українськими аеропортами.